Всем большой привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня будут покупки из магазина «Подружка». Кое-что я там прикупила и хочу с вами в этом видео поделиться. Итак, кому интересна такая тема, непременно оставайтесь со мной и давайте узнать, что я купила. Это вот такие вот мои самые любимые масочки от Garnier тканевые в розовой версии. Очень хорошие маски, которые действительно работают. Использую я где-то 1-2 раза в неделю, хорошо восстанавливают кожу, если, допустим, вы длительное время носили макияж. И вам хочется, чтобы ваша кожа пришла в хорошее состояние, была увлажненная, напитанная. И вот такие вот тканевые маски, они прекрасно со своей функцией справляются. Держу на коже около 15-30 минут, как, в принципе, любые маски тканевые. И у меня результат вполне. Следующее, что было в моих покупках, это вот такие вот патчи для глаз от Evelyn Cosmetics. Уже я их использовала и осталась в восторге от них. В своем инстаграм я оставила пост о данных патчах. Кому интересно, заглядывайте на мой инстаграм. Там я делюсь своим мнением о данном продукте. В общем, вот такая вот покупка. И главное, что было в моей покупке, это вот такая вот палетка теней от My Cup Revolution и блеск для губ тоже My Cup Revolution. С данной фирмой я не была до недавнего времени. Я не была знакома с данной фирмой, но хорошо наслышана о ней, обзоры смотрела, и, конечно же, мне очень хотелось, я думала, может быть, заказать через интернет, но как раз зайдя в магазин «Подружку», там появился вот этот новый бренд, выставили они в продажу, и, естественно, там был большой выбор различных вот этих больших палеток, и я решила для себя выбрать такие самые носибельные цвета для повседневного макияжа дневного, также можно и вечерний, насколько вам фантазии хватает. И блеск для губ вот такой вот. Сейчас уже такую палетку. Она была хорошо упакована. Здесь очень хорошее большое зеркало. Дальше идет защитная такая пленочка. Указаны все оттенки цветов. Дальше в комплект входит кисточка. Оттенки матовые. Есть такие шиммерные, сатиновые. Очень-очень стараюсь снять отдельный обзор на эту палетку со сводчами. И вот такой вот блеск для губ. Очень красивый оттенок. У меня это оттенок «Балерина» называется, 112-й, вот такой вот, видите, красивый какой оттенок, буду пробовать. Такие вот у меня были покупки, кому было интересно, поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии и всем хорошего дня!